Кухня ЖКХ. На нашей кухне мы обсуждаем премудрости и лайфхаки, тему ЖКХ, ремонты, утепление, экономию, выгоды. А сегодня мы заглянем в кухню управляющей компании и в телефон ее руководителя. Постоянный эксперт нашей программы, генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков всегда у нас с телефоном в руках. В соцсетях на фото вы даже можете это видеть. Расстаться с ним не позволяет работа. Управляющая компания в рамках законодательства обеспечивает круглосуточное аварийное обслуживание. Если у вас какая-то проблема случилась, да, там авария на стояке, вам по закону в течение 30 минут должны ее локализовать. Ночью, днем или в выходной новогодний день, неважно. С сентября все аварийные заявки отправляются напрямую в телеграм-канал, к которому подключены мастера обслуживающей организации, генеральный директор, и каждую заявку я аварийную вижу. То есть, если, допустим, у нас на Ленинградской 10Г вот нарушение температурного режима сейчас пришла заявка, да, соответственно, по ней отзванивается мастер, уточняет у гражданина, что там проблема какая, постоянная или непостоянно, смотрит на отключение на этом доме. Если отключения нет и такая проблема есть, то, соответственно, уже осуществляется выезд мастера или слесаря. Максим, много ли времени проходит между звонком человека и тем, когда вы у себя в телефоне видите информацию? Одна из основ управляющей компании – автоматизация процесса. У нас есть программный комплекс, где заносится каждая заявка жителя. И из компьютера попадает на телефон мастеру и слесарю, и они осуществляют уже выезд. По этим заявкам также проводится анализ, какие проблемы у жителей в основном на этом доме происходят. В среднем заявок аварийных проходит, наверное, где-то в районе 20 ежедневно, а обращений где-то вот в районе 30, наверное. По окончании недели каждая заявка проверяется, вообще она должна обзваниваться, уточнять у жителей, решена ли их проблема или не решена. 20-30 заявок у вас от более чем 120 домов, которые находятся в управлении. Чтобы ко всем успеть приехать, если авария произошла, нужны ведь руки, да? Расскажите о людях, которые благополучие жильцов поддерживают и в любое время за полчаса приезжают на аварию. Коллектив у нас большой, насчитывает больше 80 человек. У нас есть главный инженер, есть инженер-теплотехник, который подготавливает дома к отопительному сезону, работает по договорам обслуживающие организации, слесаря, плотники, сварщики. Круглосуточный телефон аварийной службы «Актив Комфорт» 713-317. Именно туда нужно звонить, если вдруг нет воды или прорвало трубу. А по всем остальным вопросам звоните на номер 222-892. И предложения в управляющей компании от инициативных граждан тоже ждут. Кухня ЖКХ.